Даже в пенсионном возрасте представительницы прекрасной половины человечества должны следить за здоровьем репродуктивной системы. Современная медицина постоянно совершенствуется, и многие женщины даже не догадываются о ее возможностях. Врач Видновского перинатального центра Самира Мусаева простым языком рассказала участницам встречи о том, какие обследования возможно пройти в женской консультации, какие операции сегодня делают в центре. Не надо забывать о сердечно-сосудистой недостаточности, о варикозе, об тромбоэмболических осложнениях в таком возрасте и все остальное. Татьяна Меньшова внимательно слушала доктора. Говорит, все сказанное очень пригодится каждой участнице встречи. Полезно было, много нового узнала. Знаете, интересно, потому что проблемы существуют. И теперь есть повод, хотя и регулярно хожу. Но теперь еще раз повод. Повод посетить женскую консультацию наверняка будет теперь и у других женщин, пришедших на лекцию врача-гинеколога. Деликатные проблемы часто уходят на второй план. А это как раз тот случай, когда появилась возможность напомнить о женском здоровье. Про это как-то мы стесняемся говорить, мало ходим. А вот сегодня мы прослушали очень полезную лекцию, очень информацию получили большую. Встречи с врачами в центре Домодедовский проходят по запросам пенсионеров. Именно они инициируют беседы с узкими специалистами, обсуждая на них важные для своего здоровья вопросы. Сегодня это была действительно интересная тема. Я сперва спросила их желание, так как они согласились и были достаточно заинтересованы. Мы пригласили перинатальный центр, чтобы нас проконсультировали по таким вопросам. Ну а в центре уже бывал врач-гериатр и другие специалисты. Здесь заботятся о том, чтобы долголетие было действительно активным. Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Максим Константинов. Видное ТВ.